Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть. Это вторая часть, где я буду показывать мои самодельные антистрессы. Надеюсь, то, что вам это видео понравится, так как вы меня очень сильно много кто просили снять это видео. Ну а первую часть вы можете посмотреть вот тут вверху в подсказочке, либо же на моем канале. Ну а мы начинаем. Итак, первый мой самый любимый антистрессик из этой части, это такой Баунти. Мне он очень сильно нравится. По дизайну. Напишите в комментариях, как вам. Вот этот лучше всего кликает. Две стороны. Такой антистрессик. Следующий будет, это такой ананасик. Он такой красивенький. Вот эти три самые лучшие. Следующий антистрессик – это такой арбузик. Также на моем канале есть целых два видео с ASMR, так что можете посмотреть. И также вы можете посмотреть на моем канале, как сделать сами эти антистрессы Simple Dimple или же Pop It. Следующий антистрессик – это такое мороженка. Оно, мне кажется, плохо кликает, так что оно мне нравится меньше всего. Но зато оно похоже на настоящее мороженое. Самое красивое по дизайну это мороженка и Баунти. Дальше, следующий антистрессик это такое облачко. Такой антистрессик, он мой самый любимый, потому что у него звук лучше всех. Дальше, следующий антистрессик, это такой прозрачный Simple Dimple. Следующий антистрессик, это такой спиннер 3 в 1. Тут у нас с вами есть такой сквиш, если что, это слаймик. Еще такой сквиш. И тут такие блесочки. Это еще спиннер и поп-ит. И тут. С другой стороны тоже есть кексик и сквиши. Давайте его покрутим. Так он прикольно крутится. А теперь давайте попробуем сами пупырышки. Они тут также еще пересыпаются. Даже у этой пупырышки есть звук, хоть тут и слаймик. Такой спиннер, но мне больше всего нравится его крутить. Такой прикольненький. Я еще также делала такой спиннер, только без блесочек и без сквиши и слаймика. Мне кажется, со слаймиком самое прикольное просто, что может быть в спиннере. Также еще, конечно, и поп-ит. Итак, а теперь я вам покажу мой самый большой антистрессик. И это такая рыбка. Давайте сейчас я уберу все эти самодельные антистрессики в сторонку. И вам ее продемонстрирую. Она даже не помещается, мне кажется, в кадр.
В общем-то, такая рыбка. Мне это больше всего нравится. Вот этот кругляшочек. Такая я рыбка. Ну, мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. И столько у меня есть самодельных антистрессиков. Я думаю, что потом еще их будет все больше и больше становиться. Но если же вы хотите еще видео с антистрессами Pop It и Simple Dimple, то обязательно пишите в комментариях. Я еще также хочу сделать один большой антистресс Pop It, а также еще проверить лайфхаки от моих подписчиков и показать вам еще два крутых способа. Ну а вот все мои антистрессики из второй части. Также первую часть вы можете посмотреть на моем канале, либо же тут вверху в подсказочке. Мне больше всего нравится рыбка. А если по кликанью, то думаю, что облачко. Оно очень прикольно кликает. Так, все, я зависла от пятки. Всем пока-пока, до следующих видео. Вы мои самые лучшие. Спасибо вам большое. Бай-бай!